Вот, короче, с возвращением. Да, проходим мы сегодня на вторую концовку, короче, то, что планировали. Я немножко жульничал, короче. Но это все, да, потому что туда не хватает времени. В общем, собрал я все, короче, открыл. Да, поехали заниматься дальше. Сейчас надо будет еще немножко повысить, наверное, все-таки громкость. Сделаем так хотя бы вот на 11. Так, сейчас у вас запускается. Ага, и поехали сами. Джилл, это ты? Крис, ты жив? Ну, конечно. Ну черт, у нас то еще положение, Джилл. Я знаю, Крис, но все равно я должна открыть эту камеру. Не открывается. Слушай, Крис, я обязательно вернусь и помогу тебе. Подожди. Спасибо. Я буду ждать тебя. Окей. Так, ну там у нас что-то еще писалось про режим там самоуничтожения. Мне кажется, после включения режима матом самоуничтожения это запустятся эти двери. Или нет? Там ходят. Что-то тихо. Как-то я не знаю. Да, мне кажется, не хватает он громкости чат. Так, десятку, наверное, сделаю, опять же таки, с запасом. Так, что у нас здесь? Забыл вообще. Да. Там с этим мы разобрались уже. Но нам остается на лифт идти только. Джилл! Я искал тебя. Берри. Джилл, не сердись. Я хотел, чтобы ты подождала меня. Берри, не облажайся, как в тот раз с веревкой. Вот, мы еще переиграем обязательно с лучшую концовку. Но пока что сейчас идея там состоит в том, чтобы Криса только вытащить. Вескер, ты хорошо поработал, Берри. Я так и думала. Тебе стоит держаться подальше от Берри, Джилл. Я слышал, его жена и две дочки пострадают, если он не будет делать все, что я ему скажу. Ты такой ублюдок. Но тебе не нужно ни о чем беспокоиться, потому что очень скоро тебя в этом мире уже не будет, Джилл. Зачем тебе уничтожать САС? Это намерение Амбреллы. В этой лаборатории проводили опасные эксперименты, и недавно произошел инцидент. В любом случае, об этой катастрофе не должна узнать общественность. И вот почему мешает Старс, вызывает неудобства. Так ты теперь прислуживаешь Амбрелле вместе с этими ужасными монстрами? Я думаю, ты меня не поняла, Джилл. Эти монстры для меня ничего не значат. Я спалю их всех вместе с этой лабораторией. Я должен выполнить задание, как и приказывала Амбрелла. Берри, поднимайся наверх и жди там. Берри! Берри такой идиот. Амбрелла вечно будет его контролировать.
Как вы с Амбреллой вообще могли запугать его, взяв его семью в заложники? Амбрелла? Что ж, я его запугал. Но Амбрелла здесь совершенно ни при чем. Я просто использовал его в своих личных целях. Хотя похоже, что вы с Берри решили, что я следую приказаниям Амбреллы. Так значит, ты планируешь что-то другое? Если бы ты успешно смогла создать самое мощное биологическое оружие в мире, что бы ты сделала? Если бы ты все решала? Ты должен остановить все это. Ты храбрая девушка. Но на твоем месте я бы не бросал такое огромное открытие. Вы, ребята, идиоты. Никто не понимает настоящую ценность. Так значит, ты собираешься украсть все разработки? Лучше. Я покажу тебе тирана. Короче, Берри, походу, труп. Вирус-тиран — это супервирус. Он создает монстров, которые намного сильнее, чем человек. Тиран — это самое мощное биологическое оружие в мире. Ты же не говоришь, что эксперименты проводились на настоящих людях? Это просто прекрасно. Вся эта мощь будет моей. Благодаря страданиям других? Не расстраивайся. Все слабые люди существуют, чтобы ими питались. Сюда. Нет. Он себя не контролирует. Так. Давайте по-быстрому чат. Нет времени на это. Нам еще проходить опять по новому надо будет. Поэтому я по-быстрому получу концовку тогда и пойдем дальше. Ну да, это ж мы приехали отсюда. Попытаюсь еще раз сходить, может быть, даже шеф включу там сам сейчас. Оп. Тихо. Негодяй.
негодяй. В смысле попасть не можешь? Ты ж посмотри, он же на картах сидит. Господи. Так. Я попробую еще раз, наверное, пробежаться к Крису. Ну, посмотрим сейчас. Отлично. О, Джилл! Прости, что заставила ждать. Так значит, все сделано? Ну, почти все. Теперь идем. Так, хорошо, удалось. То есть, ключ от лаборатории открывает... Эту камеру тоже. Ну, хорошо, тогда да, можно... Считать, что еще одна концовка у нас будет. Идем. Нет, блин, здесь останусь, господи, Крис. Джилл! Теперь двое. Привет, Джилл. Это ты. Берри? Это такой позор, смотреть тебе в глаза. Просто оставь меня и уходи. Все кончено, Берри. Уэскер мертв. Вот как. Джилл. Окажешь мне услугу? Это моя последняя просьба. Прошу, отдай это фото моей семье. Сделаешь? Конечно. Прости меня, Джилл. Боже, хотели поесть Джилл сэндвич. Боже мой! Я все, от Криса не ожидал вообще. Ой, ладно. Идем, Крис. Мы не можем останавливаться. Ну, почти все. Это Брэд. У меня заканчивается топливо. Если там есть кто живой, выйдите на связь живо. Вы, должно быть, шутите. Мы такой путь проделали. Да, мы вперед. Давай, Джилл. Но, Крис, дай мне шанс отыграть хорошего парня. Ладно, тогда займись этим. Встретимся на площадке.
В целом, конечно, прикольно, что меняются диалоги и реакции различные. Конечно, на по большей части все одинаково, но тут тоже разнообразие есть. Думаю, там в следующий раз мы пройдем так, чтобы Барри еще выжил. Идея там бой с тираном получается отца, только если спасаешь там всех трех. Окей. Надо было запустить систему самоуничтожения вручную. Ну, где-то так, короче говоря, там дальше уже проходить будем, конечно же, без читов. Просто я решил немного газ экономить времени. Ну вот у нас почти 20 минут ушло, как бы, на прохождение. В принципе, можем еще раз начать, думаю, и запущу опять за Джилл, но в этот раз начну по максимуму, использовать Берри для прохождения. Значит, что я заметил? Там нельзя использовать, V-Jolt, и некоторые вещи делать. Подождать еще надо, получается, когда он веревку уроняет в яму. Вот. Это тоже вариант. Так что посмотрим сейчас чат. Ну и то же самое пока здесь. Окей. Так, ну и собственно, давайте тебе быстренько я сейчас выключу тут читы, чат. Это сам давайте так, чтобы у нас все было по-честному. Все, порядок. И запускаю обратно. Тут что-то показывается, наверное, да? Так, ну я понял, короче, надо перезапустить игру. Сохранение, что-то. Ну, допустим, запишусь.
Так, окей. Что у нас еще? Да, поехали ли как обычно? Так, обычная, тренировочная, измененная. Давайте, не знаю, это что значит измененная, вот это вопрос. Давайте те разнообразия ради попробуем этот самый. Измененную воспользоваться. Июль 1998 года. Лес Ракун. Отряд Альфа облетает лесной массив, расположенный на северо-западе Ракун-Сити. Мы ищем вертолет наших товарищей из отряда Браво, которые пропали во время операции. Крис, ты еще не нашел? Нет, пока ничего. Странная череда убийств недавно произошла в Ракун-Сити. Поступали какие-то дикие заявления о том, что на семьи нападала группа примерно из 10 человек. Жертвы, похоже, были изъедены. Отряд Браво отправился в предполагаемое укрытие этой группы и пропал. Смотри, Крис. Это был вертолет отряда Браво. Внутри никого не было. Странно, но большая часть снаряжения все еще осталась внутри. Однако, мы вскоре узнали почему. Эй, идите сюда! Нет, не улетай. Джилл, беги к тому дому. Теперь из отряда Старс осталось лишь трое. В главных ролях. Крис Редфилд. Джилл Валентайн. Бэрри Бёртон. Ребекка Чемберс. И Альберт Вескер. Обитель зла. Что это? Вау! Ну и особняк. Капитан Вескер, а где Крис? Стой! Не открывай эту дверь!
Но Крис же... Что это? Может быть, это Крис? Так, Джилл, можешь проверить? Я пойду с тобой. Крис и мой давний напарник, знаешь ли. Ладно, я пока что останусь здесь. Будьте начеку. Столовая. Окей, чё. Поехали потихоньку разбираться, что тут и как. Ну, в первую очередь надо затриггерить Барри. Что? Что это такое? Что там? Кровь. Джилл, попробуй найти какие-нибудь другие улики. Я пока что изучу здесь. Надеюсь, что это не кровь Криса. Берри! Что такое? Берегись! Это монстр! Дай-ка я разберусь с ним! Что это такое? Кеннет тоже убит. Возможно, этим созданием. В любом случае, давай доложим об этом Вескеру. Вескер! Помоги мне найти его, Джилл. И пока что не покидай этот зал. Нашла что-нибудь, Джилл? Ничего. В чем дело? Я вообще ничего не понимаю. Вот и мне интересно. Теперь и Вескер пропал. Не понимаю, что творится. Что ж, тут ничего не поделаешь. Давай разделимся и поищем. Я еще раз осмотрю столовую. Ладно, я попробую пойти в дверь напротив. Этот особняк просто огромен. Можем попасть в беду, если заблудимся. Начать следует с первого этажа, ладно? И... Джилл, вот отмычка. Ты у нас мастер по взлому, поэтому она тебе может пригодиться. Спасибо. Может быть, понадобится. Слушай, если что-то случится, давай встретимся в этом зале. Я не подведу. Ну и как-то так. Кстати, по-моему, ракурсы с камеры поменялись.
А, зараза. Нет, я так не играю, что-то это... Это жестко. Там сразу чувствуется, что сложность живучий зараза попался. Так, сейчас мы спровоцируем Барри, короче. Что происходит? Джилл? Это ты, Джилл? Что случилось? Берри, помоги мне, пожалуйста. Дверь не открывается. Быстрее. Отойди от нее, Джилл. Я ее вынесу. Быстрее. Сюда. Берри.
Еще бы чуть-чуть и все. Ты почти стала Джилл Сэндвичем. Ты прав. Берри, спасибо, что спас мне жизнь. Но, Берри, разве ты не сказал, что вернешься в столовую, чтобы что-то изучить? С чего вдруг ты оказался здесь? Я просто хотел кое-что проверить. А теперь давай вернемся к поискам пропавшего капитана и Криса, ладно? Спасибо, Берри. Да, да. Классно озвучено. Интересно. Пока что сюда надо сходить. Thank you.
кстати, точно что-то забыл, в общем. Нам же эмблема надо взять. Знаете, что я возьму сейчас. Чисто прикола ради. Эмблемы-то нет. Черт. Так, ну понятно, что забрать я не смогу, я сейчас, да? Ну, пока что так.
Ладно, пока на сегодня хватит, наверное. Продолжим потом еще. Ну, всем пока. Sorry, bro, I almost forgot. All right, good night, bro.